Дорогие коллеги, вы не включите зум, звук зумовским участникам? Да, да, и видео тоже. Да, то есть вообще ничего. Спасибо не огромное. Но мы пока что видели картинку презентации. Там спасибо. Было познавательно. А презентацию вы видели? Ну ладно, продолжим. Да, видно было все, да. Ну вот, я хочу сейчас обратить ваше внимание на последнюю серию терминов. Скажите, пожалуйста, почему эта серия терминов меня категорически не устраивает? Адвербиальные по какому признаку названы? Креативные. Ну, не бойтесь ошибиться, это очевидные, я очевидные вещи спрашиваю. Релятивные, ну, то есть те, которые определительные там, или атрибутивные, их еще называют. Вот термин релятивный, то, что употребляется в англоязычной типологической литературе, он на каком принципе называет эти типы конструкций? Реляция, это что такое? Синтаксическое отношение. Отношение. А комплимент, вот эти вот комплимент, это что такое? Просто не сомневайтесь, ваш внутренний голос точно вам подсказывает. Но это, по сути дела, член предложения. Таким образом, вот в этой цепочке терминов, которые употребляются как одна терминологическая система, каждый из них называет вот эти вот единицы совершенно по разным основаниям. Поэтому такая как бы вот разносортица здесь, конечно, не очень хороша. Ну, о чем пойдет речь? Речь пойдет о предложениях, вот, собственно, о полипредикативных конструкциях. Я сейчас просто в целом их обозначу, чтобы было понятно, в какой плоскости мы работаем, обсуждаем. Это моно, например, моносубъектные конструкции с деепричастной зависимой предикативной единицей. Ну, в данном случае это неспрягаемое деепричастие, которое обозначает следование причине. Это, например, разносубъектные конструкции с причастно-подержанной зависимой предикативной единицей. Ну вот то, что похоже на изъяснительные и сложно подчиненные предложения. И обратите внимание на то, что здесь субъект зависимой части выражается именем в форме генитива. И предикат зависимой части получает показатель причастия, посессивный маркер, указывающий на третье лицо, то есть вот на лицо этого деятеля, и принимает показатель аккузативного падежа. Назвать вот это подлежащим невозможно, потому что оно стоит в форме генитива, и тут опять не хватает терминологии. А что это такое? Да? Ну, понятно, что субъект, но не подлежащая зависимой части. И такая система называется предикативным склонением причастий, потому что причастия могут принимать самые разные падежные аффиксы, которые формируют систему, аналогичную именной системе, но она имеет другие функции, она обозначает не отношения между предметами, а отношения между событиями, но в общем-то в том же самом ключе, в той же самой плоскости. Это могут быть, например, причастно-послеложные конструкции, вот как здесь есть причастие, и оно сочетается с послелогом. Или это могут быть, как в хантейском языке, предложения с финитной организацией обеих частей, но те, которые подозрительно похожи на европейские и русские сложные предложения. Вот как здесь у нас есть два показателя связи, антицедент в главной части, в зависимой части, куда гирька катится, туда он и идет. Это, конечно, более такие заимствованные позднего времени конструкции, которые появляются для того, чтобы дифференцировать и узкоспециализированно назвать отношения, которые в норме родовой речи, фольклорной речи не выражаются, но в них возникает необходимость в последнее время. В Новосибирской синтаксической школе изучение полипредикативных конструкций начинается с работы Елизаветы Ивановны Убрятовой, которая в своей книге очень подробно описала во всех деталях систему предикативного склонения. Вот этот термин, термин возник раньше, но она начала его очень активно использовать, из ее работ этот термин получил широкое употребление в работах нашей синтаксической школы. И термин полипредикативная конструкция тоже стал употребляться как родовой термин, который объединяет
и ну, то, что называется осложненные и сложные предложения. И это было необходимо для того, чтобы снять вот это вот противоречие между этими конструкциями, которые обозначают одни и те же явления, одни и те же отношения, но выражают их разными способами. В Новосибирске исследование полипредикативных конструкций началось во второй половине 20 века, в 70-е годы. И, да, я, кстати, да, еще хотела сказать, сейчас, может быть, я это позже скажу. Ну, ладно. Вот Елизавета Ивановна Убрятова, когда она начала писать свою монографию, она вспоминала и рассказывала, что термин «сложное предложение» не использовался в тюркологии, и даже была дискуссия на одной из тюркологических конференций, где методом голосования было принято решение, что в тюркских языках сложного предложения нет. И на самом деле это повлекло за собой некоторые неполиткорректные формулировки, потому что в некоторых грамматиках начали появляться вот такие формулировки типа «а вот в этом языке сложное предложение еще не сформировалось», то есть, ну, как будто этот язык чем-то хуже других языков, и вот он находится в процессе достижения тех высот, которые характеризуют, например, индоевропейские языки. Но совершенно очевидно, что просто языки разного типа, и для того, чтобы уйти от этой проблемы, сложное оно предложение или несложное предложение, вот и был введен термин полипредикативной конструкции, который объединяет и то, и другое, учитывая различия. Вот в 70-е годы ситуация, когда началась вот эта вот история с изучением полипредикативных конструкций, была такова. Специальных работ по этой теме не было именно потому, что не замечали, что это сложное предложение на самом деле в таких языках существует. Во-вторых, грамматики существовали только для единичных языков, но ситуация не очень сильно изменилась с тех пор, и до сих пор, для, вы сами знаете это прекрасно, для многих наших сибирских языков грамматик обобщающих академического типа все еще не существует. Но самая страшная история была с тем, что на всех этих языках корпуса текстов были минимальными. Например, когда я начинала заниматься в 80-е годы хантыйским языком, из опубликованных работ было буквально вот 2-3 собрания фольклорных текстов довольно старых зарубежных авторов, и в кириллице были изданы только учебники для 1-3 класса. И мне ничего не оставалось делать, кроме как ехать в экспедицию, собирать материал в полевых условиях. И экспедиции такие в нашем институте проводятся с середины 70-х годов, и вот Майя Ивановна Черемисина, безусловный лидер синтаксической группы, она отправилась в свою первую экспедицию в 55 лет, когда вообще-то приличные люди выходят на пенсию. А Майя Ивановна, и вот я очень люблю вот эту вот фотографию, где характер Майи Ивановны очень виден, и вот здесь вот тоже вот драйв такой экспедиционный на этих фотографиях отражен. И в экспедициях этих принимали участие наши коллеги отовсюду. Вот, например, Феликс Абрамович Литвин из «Орла», а вот это вот, кто бы вы думали, это Николай Николаевич Перцов, который тоже был частым участником наших экспедиций. Ну, вот так вот выглядели анкеты. Была разработана перед первой поездкой, была разработана обобщающая функционально-семантическая анкета, которая включала все типы функций, вот, семантические, которые в принципе возможны. То есть если причинные, то с разными поворотами. И в этой анкете были разбросаны, она была примерно на 300 предложений, и поэтому там так равномерно были разбросаны предложения, ну, например, с первым лицом субъекта, там, с третьим лицом субъекта, так, чтобы при анкетировании не возникало утомления у информанта, и он переключался, ну, так, не очень-то подозревал, что здесь хотят от него получить. Когда мы ехали в экспедицию, мы распечатывали вот такие вот анкеты в большом количестве экземпляров и везли с собой вот такие вот пачки бумаги. Однажды мы решили, что это очень тяжело, и отправили эти анкеты почтой, и они потерялись, и потерялся целый, это вот, это была катастрофа. Вот это я потом, этот рассказ Майи Ивановны про экспедиции поставлю в перерыве, сейчас я боюсь не успеть. Начались конференции по теории сложного предложения, они проходили, очень многие коллеги и из Петербурга, и из Москвы на эти конференции приезжали. Вот если начинать цитировать, вот в какой момент возникли
термины скрепа, полипредикативные конструкции, надо начинать вот с этой вот книжечки 79-го года Майи Ванны. И далее вот было огромное количество коллективных монографий, сборников статей, индивидуальных монографий. Огромное количество по одному, два, по три сборника в год выходили, посвященные разным аспектам теории полипредикации. И вот на сайте Института филологии, вот здесь вот адрес есть, вы некоторые из этих сборников сможете найти. Они, к сожалению, не так хорошо отсканированы, поэтому не очень попадают в базы данных, но они там есть. И эту информацию там можно подчеркнуть. Вот мы удостоились такого сокращения НСШ, ну, ЛФШ, вот у нас НСШ, Новосибирская синтаксическая школа, в которой принадлежат большое количество разных ученых. И обратите внимание, здесь вот под звездочкой еще упомянуто имя Ирины Петровны Сорокиной. Здесь я ее с большой радостью вспоминаю, потому что она была сотрудником этого института лингвистических исследований, и она принимала участие в написании вот этой монографии. Большая глава принадлежит есть ей и во всех сборниках. Иницкий язык был представлен в наших трудах благодаря ее работам. Какие языки были описаны в традициях нашей школы? Ну, вы видите здесь языки, я перечисляю здесь не все-все-все, которые были так или иначе затронуты, а те, которые получили описание ну, достаточно подробное, где все типы предложений описаны. Но есть еще и много других таких точечных, отдельных работ по другим языкам. Но, тем не менее, вот более или менее все уральские и алтайские языки, вернее, все вот эти вот подгруппы, так или иначе, с той или иной долей подробности представлены. Вот я сказала о том, что полипредикативная конструкция является языковым знаком, и это отражает запись модели полипредикативной конструкции. Модель – это такой абстрактный образец, который репрезентирует основные свойства вот всего этого множества объектов. Если мы посмотрим на запись такой модели, то мы в соответствии с ней можем воспроизвести, можем придумать, составить безграничное количество фраз, которые будут различаться лексическим наполнением, но будут соответствовать вот этому базовому отношению, причины. И обратите внимание на то, что вершиной модели является показатель связи, он, собственно, и предсказывает отношения. Ну, тут есть некоторые нюансы, сейчас мне нет времени в них вдаваться, но вот в большинстве случаев это так. И есть изоморфизм между порядком слов в простом предложении и порядком следования частей в полипредикативной конструкции. В языках с порядком СВО главная часть стоит на первом месте, в языках с порядком СОВ главная часть стоит в конце, поскольку в этих языках конечную позицию занимает финитный глагол, и вот эта вот финитная позиция должна сохраниться, и финитный глагол всегда находится вот здесь, в абсолютном конце. Ну, возникает множество вопросов, по каким параметрам описывать эти конструкции. Ну, во-первых, как противопоставляются сочинения и подчинения, как выражаются отношения между главными зависимыми частями, что является показателем связи между ними, как выражается субъект, так же, как субъект главной части, или как-то по-другому, как выражается предикат зависимой части, так же, как предикат главной части, или еще как-то по-другому, ну и так далее. И вот тезис, который я буду проводить в рамках этого доклада, таков. Тут вот даже три, он разбит на три части, но это видоизменение одного и того же. Структура предложения является средством грамматикализации того или иного типа отношений между событиями. Из этого вытекает следующее. Определенные структуры предназначены для выражения определенного типа отношений. И, соответственно, структурная и функционально-семантическая классификация коррелируют между собой. Вначале поговорим о структурной классификации. Во-первых, большинство языков, о которых мы говорим, это языки без координации или практически без координации. То есть в них нет сочинительных конструкций, в них, если сочинительные союзы есть, то они представляют собой поздние заимствования, и отношения между событиями выражаются либо соположением простых предложений в тексте, либо выражаются при помощи деепричастий. Например, вот герой ничего не говорил, шея покраснела, мы видим здесь деепричастную форму, которая показывает, ну, как бы, вот это вот отношение
Тут даже нельзя сказать, что это настоящая субординация. Это такая вот сериализация, которая известна во многих языках. И этот тип отношений тоже находит свои параллели в простом предложении. В этих языках для выражения однородности, однородных членов используется так называемое групповое оформление. Например, там что-то там передал жене и мужу, вот жене и мужу это будет одна синтаксическая позиция, и этот блок будет получать только одно падежное оформление или только одно посессивное оформление, то, что требуется по структуре данного предложения. Соответственно, типологически значимыми являются признаки такие. Это способ выражения субъекта, это может быть только номинатив, это может быть только генитив, либо, возможно, какое-то варьирование. Это состав инфинитных форм, это набор предикативных падежей, закономерности личного оформления инфинитных форм, и моно- и разносубъектность конструкции. Здесь представлены характеристики этих конструкций. Мы употребляем термины бифинитные и монофинитные конструкции. Бифинитные – это конструкции типа русского языка, типа основных конструкций в европейских языках, где сказуемое и главной, и зависимой части выражены финитными глаголами, подлежащие выражены номинативом и там, и между ними есть показатель связи, чаще всего это какой-то аналитический союз или союзное слово, то есть главная и зависимая части устроены принципиально одинаково. В тех языках, о которых я говорю, в урало-алтайских, стратегия другая. Зависимый предикат выражен инфинитной формой глагола, субъект выражен номинативом или генитивом, и показатели связи синтетические или аналитико-синтетические. Вот пример монофинитных синтетических депричастных. Пример с депричастием, которое не имеет показателей лица числа. Вот пример, когда депричастная условная форма спрягается, она имеет показатель лица и числа. Но вообще для условных форм, которые иногда называются условными наклонениями, мне кажется, что все-таки это условное депричастие. Такое характерно, они во многих языках встречаются. Теперь монофинитные синтетические, в которых используются причастия в том или ином падеже, и этот падеж и является аналогом русского союза. Если мы на русский язык переводим при помощи причинного союза, например, из-за того, что или потому что, то это значение ложится на этот падеж. Он и является функциональным аналогом русского союза. Еще одна разновидность – аналитико-синтетические с послелогами. Здесь интересный вариант для тюркских языков, который в уральских языках не встречается, когда происходит дублирование показателей связи. Облатив сам по себе мог бы выражать отношение причины, но почему-то для хакасского языка этого показалось мало, и еще дополнительное уточнение вводится при помощи послелога со значением причины. Тут как раз для тех, кто занимается причиной, было бы интересно понять, какие именно сужения или дифференциация значений в таких случаях происходит, зачем понадобился еще и второй маркер этого отношения. Еще пример с причастно-послеложными, где причастие не принимает никакого другого падежа, а сочетается только с послелогом, и послелог выражает временные отношения. И к аналитико-синтетическим относятся, например, и такие ненецкие примеры, где депричастие сочетается с такой частицей и формируется отношение уступки. Сколько ни старался, не смог разломить полено. И бифинитные предложения, в хантыйском, казымском их достаточно много встречается. Таким образом, показатель связи находится между главной и зависимыми частями. Неважно, как они между собой расположены, какая из них в начале, какая из них в конце, важно, что этот показатель находится между ними. Но это понятно, потому что если нам нужно связать два события, то, конечно, тот показатель, который это будет выражать, он находится посередине. Личное оформление сказуемого я не буду сейчас на этом
подробно останавливаться. Оно бывает замысловатым, и мы вот в одном из докладов тоже видели, какие проблемы возникают при определении. Но важно, что есть субпарадигмы, что, во-первых, эти показатели могут отличаться, их иногда называют посессивными, но иногда они хотя бы в одной форме отличаются от стандартного посессивного именного набора, либо есть какие-то лакуны, либо есть какие-то закономерности в употреблении или неупотреблении этих форм. В общем, для нас это не посессивные формы, и мы их обычно не гласируем как посессивные, а ставим лицо и число, потому что их функция в том, чтобы указать на лицо и число зависимого субъекта. Да, ну и преобладание монофинитных конструкций и практически полное отсутствие или заимствованный характер таких вот собственно сложных предложений. Теперь функциональная семантическая классификация. Вот я начала с того, что я раскритиковала типологов, но что мы предлагаем взамен той несовершенной системы? Ну, я предлагаю использовать функциональные термины такого типа. Релятивные, согласимся, оставим, потому что они как раз этот функциональный термин. Модус диктумные. Это предложения, которые часто в литературе называются конструкциями с интенциальными октантами. Ну, этот термин мне очень нравится, потому что там идет цепочка как бы от... Ну, ладно, сейчас не буду дискутировать. В общем, мы используем термин «модус диктумные». Он обозначает следующее. В главной части есть модусное слово, но из школы мы все знаем, что в изъяснительных сложноподчиненных предложениях используются слова со значением чего? Изъяснительные сложноподчиненные, в главной части которых что? Слова со значением речи, мысли, чувства, восприятия. Да, должны были на автопилоте ответить, я немножко вас пробудить хотела. Значит, это такие конструкции, в которых в главной части есть слова вот с такой семантикой, и поэтому мы их называем модус диктумными. Диктумная часть находится в зависимой части, а вот эта вот главная часть дает субъективную интерпретацию этого события. И поэтому нам не очень важно, там, откуда цепочка это идет, от там, вершины этого дерева или не от вершины, это отношение между ними. И диктум диктумные или циркумстантные, в которых перечисляются отношения обстоятельственного типа времени, причины, образа действия, ну и так далее. И сейчас я покажу соответствие структурной и семантической классификации на примере халтейского и ненецкого языков. Ну, казанский диалект тут никому в этой аудитории не нужно рассказывать, где он находится. Здесь есть два причастия. Настоящего и будущего времени. Есть одно деепричастие с показателем ман, которое восходит к суффиксу локатива. В некоторых говорах, которые приближаются, как бы тяготеют к северу, да, граничат с шурышкарским диалектом, и это такая зона, которая захватывает и ненецкий язык, то есть такая вот северная зона, в которой супин есть, и вот в некоторых говорах, вот на мнинском говоре показатель тыя встречается с таким показателем дательного падежа, но очень редко и очень ограничено. Поэтому мы пока про это говорить не будем. И в именном склонении три падежа, ну, можно считать, что все три представлены в предикативном склонении, хотя, в общем-то, тенденция здесь отражается такая. В именном склонении падежей больше, в предикативном склонении падежей меньше. И не все падежи именного склонения могут втягиваться в предикативное склонение. Вот в казанском диалекте регулярно используется только местнотворительный, ну и основной с нулевым показателем. Как устроены релятивные предложения? Они устроены следующим образом. Вот здесь, да, кстати, я забыла сказать, что если у вас будут вопросы по каким-то слайдам, то примеры не пронумерованы, но пронумерованы слайды. Поэтому запоминайте номер слайда вот здесь внизу. Значит, в релятивных предложениях причастие не принимает ничего, и оно принципиально не может ничего принимать. Ни падежа, ни личных аффиксов. В модус диктумных предложениях, ну, в общем, я даже здесь не стала ставить ноль, потому что номинатив всегда нулевой, и тут никогда никакого падежного показателя не появится во фразах. Но в модели, конечно, позиция имительного падежа должна быть указана,
потому что в хантыйском языке, как известно, нет родительного винительного падежа, поэтому вот это отношение, там, кто сказал что, передается формами номинатива. И вот тут я обращаю внимание всех, кто занимается хантыйским языком, на то, как я прогласировала слово «место». Обратите внимание, что я вот этот «е» отнесла к основе, а не к суффиксу, как многие из вас делают. Вот Егор обычно гласирует таким образом, правильно, Егор? Да. Называя этот показатель идентическим, с этим я еще могу согласиться. А вот этот вариант, который я видела на многих слайдах, я его в такую траурную рамочку взяла, потому что так делать нельзя. Потому что получается, что вы относите вот этот показатель «и» к показателю падежа, но нигде ни в одной парадигме вы не видели, чтобы такой вариант у этого падежа или тому посессивного аффикса бы был. Потому что вот этот «и» – это показатель, это даже не показатель, это основа, которая усекается в номинативе, но она реконструируется во всех формах косвенных и присловоизменений, этот «и» всегда присутствует. Поэтому для меня это показатель косвенной основы. Ну, а вы делаете либо так, как я, либо как Егор, но не так, как вот было показано на слайдах. Но смысл здесь в том, что в модус диктумных предложениях причастие может оформляться показателями лица и числа и не имеет никакого выраженного показателя номинатива. А в диктумных у нас появляется вот тут единственный падеж локатив, который здесь возможен. И он передает временные отношения или отношения образа действия, ну, некоторые другие, он в силу того, что он один, то он, конечно, функционален. Ну, конечно, тут возможны послелоги разного рода, и вот оно соответствие, которое мы тут наблюдаем. Скажите, пожалуйста, вот эта первая модель, она соответствует какому типу конструкции? Это релятивные, да. Ничего, причастие стоит голенькое, ничем оно больше не оформляется. Вторая модель. Ну, вот это вот изъяснительная. Да, модус диктумный или изъяснительный, да. И вот эта модель с локативом или с послелогом. Ну, с обстоятельствами. Обстоятельственный, да, ну или диктум-диктумный, или обстоятельственный. Таким образом, вот если мы видим вот эту структуру, если мы видим, что причастие получает локатив, то ну, никаких вообще вопросов нет, это 100% будет диктум-диктумная предложение. Ну и синтаксис причастия состоит в том, что как морфологическая форма, это причастие может принимать и личные показатели, и падежные показатели, но возможность этих показателей ограничена функциональными типами. Поэтому морфология и синтаксис здесь немножко расходятся. А морфологические возможности – это одно, а реализация в определенных функциональных типах конструкции – это совершенно другое. Ну, здесь вот показана схема, на которой видно, что относительные или релятивные, да, что-то я тут сбилась, да, сама сбилась в терминологии, да, ну, занималась терминотворчеством. Ну, мы видим, что релятивные противопоставлены всем остальным, потому что здесь эта позиция в принципе невозможна. Дальше мы видим вот с правой стороны, что тип инфинитной формы практически везде один и тот же, где причастие есть, но оно так вот ограниченно используется в сериальных конструкциях. И здесь противопоставлены номинатив, который не выражен, и локатив, который выражен всегда. То есть ну, такая стройная система. Теперь посмотрим вот на эти три параметра, и по этим параметрам мы дальше будем сравнивать и сургутский, и немецкий языки. Важным является характер личного оформления. Важным, потому что где-то есть, где-то его в принципе нет. Важным является тип падежного оформления, потому что где-то нулевой аффикс, где-то он выражен. А вот тип инфинитной формы, ну, по сути дела, не важен, потому что он встречается везде. В других случаях вот этот список будет в другом порядке представлен, и он будет иметь другую значимость. Сургутский диалект. Здесь, кроме тех инфинитных форм, которые есть в казымском, есть еще две. Это отрицательное или кретивное причастие и условное причастие.
Именное склонение включает 8 показателей в предикативном, соответственно, 4. И тоже обращаем внимание на то, что аккузатива нет. Это будет важным для противопоставления ненецкому языку. Ну, вот релятивное. В релятивных мы видим отличие. В сургутском диалекте в релятивных может быть лицо и число. Вот посмотрите, это форма. В ней есть показатель причастия, есть показатель третьего лица единственного числа. Что мы из этого можем ожидать? Ну, из того, что мы знаем, что у нас больше падежных показателей, больше инфинитных показателей, то, естественно, вот эта компенсация будет происходить за счет многообразия падежных и инфинитных форм. Модус диктовный устроен также, не буду на этом останавливаться подробно. Вот есть депричастная форма. Про нее надо сказать, что она моносубъектная, но она допускает, ну, что в сургутском, что в казанском диалекте, вот такие замечательные семантические варианты разносубъектности. Есть пример из фольклорного текста: «Медведь идет, лапы, когти его стуча». То есть лапы – это депричастная форма, но лапы, когти – это партитив, да, это то, что принадлежит медведю. Поэтому получается, что формально есть два как бы подлежащих, два субъекта, но этот зависимый субъект является частью основного субъекта, потому что поэтому, в общем-то, тут та же самая моносубъектность. Это депричастие никаких аффиксов лица числа не принимает, зато появляется вот этот вот вариант условного депричастия, которое принимает показатели лица и числа. Теперь мы видим, что у нас есть, во-первых, причастие, которое может оформляться показателем локатива, и у нас есть коритивное причастие, которое тоже может оформляться показателем локатива. То есть есть один и тот же падеж, который допускает при себе два разных причастия. То есть уже на этом уровне возникает определенное варьирование. Ну, про коритивное причастие можно еще дальше говорить, что оно и без локатива употребляется, но уже в частности в такие детали я не успею вдаваться. Появляется латив, который обозначает одновременность, причем это не собственно временное предложение. Посмотрите на вот этот перевертыш. Когда я вошел в дом, и вот тут отсутствует модусное звено, я увидел, что в священной части дома туман клубится. Это не собственно временные отношения, потому что временные отношения устанавливаются между вот этим опущенным модусным звеном и зависимой частью. Есть инструменталис, который дает нам уступительные отношения. Есть разнообразные послелоги. Ну, в этой части устроено все, в общем, достаточно стандартно. Таким образом, субсистема, которая здесь формируется, она на основании других противопоставлений эту систему структурирует. Диктумные противопоставляются всем остальным, потому что в них могут употребляться самые разные типы инфинитных форм. Модус диктумный устроен одинаково, что в казанском, что в сургутском. Вот мы видим, что в релятивных различаются по наличию, отсутствию лично-числовых показателей. И как только у нас вот в этой зоне появился плюсик, то есть нивелируется вот эта линия противопоставления, у нас это компенсируется усложнением падежной системы, усложнением системы инфинитных форм. То есть если где-то параметр какой-то перестает, теряет свою значимость, то в каком-то другом фрагменте этой системы происходят какие-то дополнительные компенсации и усложнения. И что мы видим? Те же самые три параметра, по которым мы оценивали казанские полипредикативные конструкции, здесь другой вид приобретают. Характер личного оформления нерелевантен, зато тип падежного оформления мало того, что релевантен, так он еще и зависит от того, какие именно падежи здесь представлены. Если там был всего один падеж, то есть мы оценивали, есть, нет вот этого падежа, да, то здесь падеж есть, еще нужно их различать, один из четырех. Ну и тип инфинитной формы тоже оказывается важным. Ненецкий тундровый на разновидности ямальские. Состав инфинитных форм еще интереснее. Здесь 4 причастия. В хантыйском сколько?
Два. Два имени действия, деепричастие, инфинитив в хантыйском нет. Супин есть в хантыйском. Ну, в каких-то губарах есть, да, я про это говорила. Именное склонение, 8 падежей, предикативное склонение, 4 падежа. Появляется акузатив, и вот это будет менять вообще всю структуру. Вот этот вот акузатив в системе предикативного склонения очень и очень важен. Ну, релятивные устроены также, а вот модус диктумный, про них я расскажу чуть подробнее. Во-первых, в модус диктумных в качестве инфинитной, основной инфинитной формы употребляется имя действия, то есть это не причастие, это другая инфинитная форма, которая в норме оформляется аффиксом винительного падежа. Но при этом возможна и такая конструкция. Скажите, пожалуйста, в чем разница между вот этой вот предыдущей и вот этой? Почему здесь датив? Что за сдвиг в семантике здесь происходит? Я прислушивался, долго прислушивался к тому, что рассказывали о словах 19 русских. А можно для сопоставления еще? А вот здесь не помнит, были ли у него отец и мать. Но тут надо посмотреть именно на значение, прототипическое значение, которое, ну как вы думаете, если это конструкция с дательным падежом, то в системе простого предложения какое значение обычно у дательного падежа? Адресат. Конечный процесс. Конечная точка. Конечная точка движения. Да, в норме конечная точка движения. Что мы видим здесь? Он прислушивался к тому, то есть это как бы конечная точка направления внимания. То есть это пространственная метафора, которая вот таким вот образом в сфере модус-диктумных отношений трансформируется как привлечение внимания к чему-то, к объекту этой речи. Вот такая есть конструкция с аблативом. Откуда появилось такое известие, девушка сама не знала. Почему здесь аблатив? То же самое, это источник информации. Это та же самая пространственная метафора, которая переосмысляется и вот пролезает в модус диктумные отношения. Но и этого мало. Еще кроме аккузатива здесь может быть номинатив. И вот примеры, когда имя действия оформляется номинативом. Еще вариант, когда не имя действия оформляется номинативом, ну не оформляется, а стоит в форме номинатива, потому что он, естественно, не выражен. Еще и причастие может быть тоже в номинативе. И еще и модальное значение из этого же возникает как следствие. Но вот здесь я показываю, тут не нужно всматриваться, просто... Я еще не все модус-диктумные конструкции здесь перечислила. Важно, что их очень много. И здесь, вот если в хантыйском языке тут, по сути дела, ну, там 2-3 конструкции, то здесь целый пучок разветвленных конструкций, которые связаны с передачей модус-диктумных отношений. И вы видите, что каждая из них передает и специализируется на каком-то своем виде модус-диктумных отношений. Либо это вербальный источник информации, либо это когнитивный источник информации, ну и так далее. В хантыйском языке все проще, вот эта вот хантыйская система меньше и проще. И чем обусловлено вот это противопоставление имен действия и причастия? Имена действия специализируются на выражении достоверного источника информации, но при этом сам источник не дифференцируется. Вот мы видим и вербальные, и чувственные, и когнитивные, и эмотивные, без разницы. Важно, что на этот источник можно положиться. Причастие, скорее, связано с персуазивностью, то есть уверенностью, неуверенностью в достоверности высказываемой информации. Но я думаю, что если вот каждый из вас поедет в экспедицию, начнет каждую модель проверять, то, наверное, какие-то зоны пересечения там, и периферии, какие-то примеры, опровергающие вот эту систему, найдете. Но в целом в ядре это противопоставление формируется таким образом. Аккузатив и номинатив связаны с источником информации. Аккузатив не дифференцирован по этому признаку. Номинатив связан с когнитивным источником информации. Ну и дательные и отложительные падежи связаны вот с этой пространственной метафорой, ну, которую мы уже с вами обсудили. Таким образом, модус-диктумные отношения в ненецком языке формируют оппозицию, ну, такую троичную систему. Какие здесь важные противопоставления? Это достоверная информация,
Это такая сомнительная информация. А как вы думаете, где передается недостоверная информация в ненецком языке? Вот если полипредикативные конструкции ориентированы на выражение достоверной информации, то где-то же должна быть недостоверная. Где она? Кто помнит про ненецкий язык? Там система же модалей, все показатели нечеловеческие. Да, да. Ненецкий язык – это один из языков, который попал в атлас сибирских языков, который попал вот в ВАЛС как раз благодаря своей нечеловеческой системе вот этих вот модальностей, как раз выражающих недостоверность, неуверенность. То есть такая позиция намечается. В сфере полипредикативного синтаксиса достоверная и сомнительная, а в сфере простого предложения недостоверная. В хантийском языке здесь оппозиция другая. На поле предикативной конструкции тоже ложатся достоверные источники информации, вот этого промежуточного места, где такое сомнение, да, как будто бы нет, или оно кодируется так же, как и достоверные источники. А где будет недостоверное? Ну там же, все там же, есть же эвиденциальность. Эвиденциальность есть, она показывает вот все вот эти вот особенности, там, миративности и всего прочего. Она тоже в простом предложении. То есть поскольку кое-что и довольно как бы обширно разработано на глаголе, в сфере глагольных категорий, то полипредикативные конструкции позволяют себе быть более дифференцированными. Ну и, соответственно, здесь важен тип инфинитной формы, характер ее падежного оформления. А вот тип личного оформления вообще не важен, потому что он опять-таки везде, во всех конструкциях присутствует. Ну и вы видите, что здесь еще появляется вот это аккузативное маркирование в сфере модус диктумных конструкций, что существенно перестраивает эту систему. Два слова про временные конструкции. Ну, известно, что временные конструкции формируются на базе пространственных конструкций, и они вырастают из простого предложения, где есть словоформа пространственной семантики. И на месте этой словоформы появляется зависимая предикативная единица временной семантики. Забыла сделать. Ну, есть падежи пространственные в простом предложении, и те же самые падежи в сфере полипредикации приобретают временное значение. Ну, это известная такая типологическая ситуация. Мы знаем, что пространственная метафора лежит в основе всего и прежде всего в основе временной метафоры. Есть, и вот тут вот очень интересно строить типологию на основе того, какую именно семантику имеют падежи в сфере простого предложения и как она трансформируется в каждом из языков в сфере полипредикации. Но в целом можно говорить, что локатив – это обычно падеж, который обозначает местонахождение в самом широком виде, там не ограниченный какими-то там, ориентированными пространствами. Я говорю сейчас в общем, да, не конкретно. И его проекцией в полипредикативную сферу является семантика общей временной соотнесенности, которая начинает вот, там, варьировать условия, общевременная соотнесенность, ну, то есть такое некое соположение событий во времени, не очерченное строго. Латив, ну вот, например, в сургутском диалекте хантыйского языка, он обозначает конечную точку движения, то есть есть некий ориентир, есть предел, к которому это движение стремится, направлено, и в поле предикации он трансформируется в одновременность, которая имеет временные рамки, временные пределы. Облатив обычно исходная точка, и в поле предикации дает следование, но на самом деле тут какие-то варианты возможны, их было бы интересно изучать. В тунгусо-маньчжурских языках дело обстоит еще краше. Вот посмотрите, во всех этих языках есть причастие настоящего прошедшего времени, в ненецком мы видим, есть имена действия, которых в других языках, про которые я говорю сейчас, нету. Дальше, хантыйский и ненецкий, ну, более или менее совпадают вот в этой зоне, и там есть корректив, есть деепричастие, есть условное деепричастие. Скажите, пожалуйста, почему здесь нет ничего? Потому что где есть?
Потому что вот здесь вот есть и очень много. Вот эти деепричастия, что в хантыйском, что в ненецком языках, они очень такие недифференцированные по своей семантике. 3 минуты еще займу после этого времени. Они обозначают практически много разного чего. А вот в тунгусо-маньчжурских, на найском и лучском, огромное количество вот этих вот узко дифференцированных депричастий, каждая из которых имеет свою собственную такую семантику, одновременность исследования результата, покоя. Посмотрите, как проработана одновременность. Одновременность, покой, момент, и это все передается разными депричастными формами. Ну вот пара примеров, чтобы вы мне не на слово поверили, а увидели, что есть вот ульческое депричастие момента. Только взял весло, вот есть нанайская деепричастие следования, сказав так, там девушка пошла в другой дом. Как вы думаете, вот ваши прогнозы. Теперь у нас есть такое средство выражения временных отношений, как посылоги. Вот как вы думаете, как это пространство будет занято в этих языках? Где этих посылогов будет много, где их будет мало? В какой зоне, в зоне следования, предшествования или в зоне одновременности посылогов будет больше или меньше? В хантыйском в целом это, собственно, много, потому что там падежная система. Совсем. Конечно, в хантыйском точно много, потому что падежная система редуцирована. А что будет с нанайском и ульческом? Когда если у них много разных вернусь, так скажем, то да. Почти ничего. Да, и почти ничего, а в сфере одновременности вообще ничего. Ну, по крайней мере, вот по тем материалам, которые мы изучали, может быть, кто-то из вас найдет, тогда просто мы торжественно сюда вставим этот какой-нибудь там один или два послелога. Но посмотрите, сколько здесь, это только одновременность. Как она детально проработана, это все разные типы одновременности. Это одновременность, точечное действие на фоне длительного, это 2 точечных действия. Ну, в общем, всякие разные варианты. Посмотрите, как здесь интересно в ненецком языке много предшествования, и это связано, наверное, вот с такой ориентацией, куда, как вообще сформирована система времени. Она ориентирована как бы проспективно или ретроспективно. Ну, в общем, тут можно долго еще про это говорить, и про детали, про эти, про каждый язык можно очень долго рассказывать. Но в целом степень синтетичности от прибалтийско-финских, самых как бы европейских языков, к тунгусо-маньчжурским нарастает. Здесь все больше и больше становится специализированных инфинитных форм. И типологически значимыми являются вот такие признаки. Способ выражения субъекта, состав инфинитных форм, тип показателя связи, закономерности личного оформления и моно- и разносубъектность конструкции. Ну, вот про это я не успею сказать. Есть универсальные модели, которые для всех языков характерны без исключения. И вот эта вот универсальность, она позволяет дальше эти модели детализировать в связи с, там, со специализированными дифференциальными отношениями. Я снова повторю, что структура и семантика тесно связаны. Это модели, которые характеризуются единством структуры и семантики. Определенные структуры предназначены для выражения определенных типов отношений. Ну и напоследок, просто для приятности, это картина известного ненецкого художника Константина Панкова, который в 1942 году погиб во время войны. Скажите, пожалуйста, как эта картина называется? Что вы видите? Не как она называется, а вот как бы вы ее назвали? Оленя. Стойбище. Стойбище. Другие варианты есть? Времена года. Вот я времена года ждала, да. На самом деле, да, вот эта картина называется «Оленья упряжка». Как по-разному разные представители разных народов смотрят на этот мир. Вы видите этот мир в целом, да, природу там, могли бы появиться там еще какие-нибудь названия, типа, не знаю, вот какая-нибудь там лес, город, ландшафт, пейзаж, но он видит здесь оленью упряжку. Эта оленья упряжка, она занимает вот такое вот место в этом мире, и весь окружающий мир обязательно должен быть здесь показан. Ну и напоследок, для тех, кто занимается хантыйским языком, замечательная картина Геннадия Райшева. Спасибо за внимание.
Борис, вам спасибо за интересный доклад и знакомство с новой для многих из нас теоретической парадигмой. Теперь, пожалуйста, вопросы. Мы сейчас попытаемся одновременно по очереди отвечать на вопросы отсюда и из зала. Здесь, пожалуйста. У меня вот вопрос, но вот в поволжских языках наших мы сталкиваемся, в разных точках с проблемой вариативного оформления некоторых элементов, да, более предикативных конструкций. С одной стороны, вот вы упоминали субъект в там, зависимом синтенциальном аккаунте, да, который оформлен генитивом, но у нас он может быть оформлен как генитивом, так и там, не имеет полезного оформления, скажем так. Да. С другой стороны, это, допустим, те причастия, которые могут часто маркироваться посессивными или согласовательными показателями, а могут и не маркироваться в той же конструкции, при этом оставаясь теми же самыми депричастиями. Вот сталкивались ли вы, как новосибирская синтаксическая школа в целом, да, с такими проблемами в каких-то из ваших языков, как с ними получалось справляться, как объяснять это? В тюркских языках такое есть, в ненецком языке такое тоже бывает. Зависит от конструкции. Я сейчас точно конкретные механизмы для каждой конкретной конструкции не сформулирую, но это часто бывает связано с тем, какой действительно тип инфинитной формы и что она там предполагает. Ну, про тюркские языки можно в монографиях посмотреть, почитать, там такая проблема есть. У нас это есть кто? Ага, тогда, пожалуйста, из зала. У меня такой, скорее, концептуальный вопрос. Те тезисы, какие общие, которые вы говорили про зависимость структуры и семантики, это какой-то прям новый тезис или все-таки это уже потому что вроде бы это идея о том, что как-то формы и функции взаимосвязаны, она существует, понятно, это очень, это еще можно относиться к Сасюру и подходы, которые как раз родились в 80-е годы в зарубежной лингвистике, тоже такие очень функциональные, современные конструкции и все такое, говорят о связи формы и функции, что тоже анализируют языки таким образом. Если вы откроете учебник Белошапкова «Современный русский язык. Синтаксис», то у нее там сказано, и во многих других учебниках это повторяется, что предложение является единицы трехсторонние, структура, функция и коммуникативное устройство, и они принципиально, и это асимметричный знак. В такой традиционной русистике бытует такое представление об асимметричных отношениях между тремя сторонами устройства предложения. Поэтому в каком-то смысле это в пику этому учебному определению. То, что понятно, да, адекватный знак со времен Карцевского, знак, в котором план выражения, план содержания соответствуют друг другу, но это дает возможность изучения разных типов отклонений от адекватности этого знака, то есть изучения неадекватных знаков. Есть структуры, которые изначально предназначены, например, для выражения времени, но вдруг почему-то они начинают передавать какие-то другие значения. И если мы четко фиксируем эту исходную точку, что есть структура и семантика, для которой она предназначена, и вдруг мы видим, что эта структура передает какую-то другую семантику, то здесь начинаем строить те семантические карты, там какие-то переносы метафорические, которыми сейчас многие, конечно, занимаются. Но я напоминаю, что то, о чем я рассказываю, зародилось в середине 70-х годов, и как раз все одновременно. Да. Это продолжает развиваться, но это такая не новая история, безусловно. Спасибо. Здесь я, судя по тому, что у меня цифра здесь на экране не изменилась, новых вопросов не появилось. Есть ли какие-то новые вопросы в аудитории? Да, пожалуйста. У меня есть два вопроса. Во-первых, я не очень понял эту классификацию предикативных отношений, да, вписываются ли в них инфинитивы, или вы их не считаете за предикацию, да, видимо, они не дифтонгные, не дифтонгитмные, не дифтонгитмные, а что? Инфинитивы, вы имеете в виду конструкции типа начал, продолжил, хочу что-то делать. Для меня, конечно, это модальный оператор, который видоизменяет, где тут у нас это, вот оно, да?
видоизменяют базовую пропозицию. То есть мы идем обратно, да, от генеративизма. У нас есть некие пропозиции, которые выражаются, ну, какими-то прототипическими способами. И дальше они могут варьировать, на них могут навешиваться разные там операторы, модальные, фазисные, спектуальные, там, отрицание, вопросительность, ну, все что угодно. Но это уже то, что модифицирует пропозицию. То есть мы, наверное, идем, ну, мы стараемся учитывать и то, и другое, но, наверное, мы идем не так, как вот строится цепочка зависимости формальная, а мы идем от семантики, от пропозициональных элементарных смыслов. И в этом смысле инфинитивы, они же не сами по себе. Инфинитив, ну, допустим, там, я начал работать, да, то это модификация элементарного простого предложения «я работаю». И инфинитив «работать» – это лексический показатель вот этого значения, этой пропозиции, а «начал» – это модальный оператор. Вот, да, тогда получается… модальный фазисный, я говорила. Комплиментная клауза – это не совсем эквивалент модуль. Совсем, да. Еще немножко, может быть, в таком подходе странно, что, например, эти штуки они могут иметь какие-то кусочки собственной структуры, да, можно же сказать, что вроде я вчера захотел там, через два дня пойти куда-то, если считать это как предложение, должно, по идее, быть какое-то соответствие, то, что мы два раза вычислили время, причем разное. Okay. Нет, это нормально, потому что вот у нас есть диптонный слой, и у нас есть вот этот вот, ну, как бы, припропозитивный слой. То есть этот слой диптонный может относиться к одному временному плану, а на него накладывается вот этот вот внешний слой, либо модальный, либо там, ну, еще какой-то, у которого есть своя субъектная, там может быть и свой субъект, и вот он может относиться к другому временному плану, ну, как бы нормально. Это звучит как та же самая квалификация, просто другими словами. Да, ну, собственно, да. Наверное, это стоило бы сюда включать тогда. Да? И ну, хорошо, другой спасибо. Вопрос, да, вы описываете модели, да, вы там как критерии вот этих вот моделей писали там, есть там причастное и непричастное оформление, есть там еще что-то личное, неличное. А, да, вот это. А, типа поддержного, а вот типа поддержного оформления есть, нет характера личного, а характер личного, а есть, нет. Ну вот. И тогда вот вопрос про хантыйский, да, мы знаем про казымский хантыйский, что там вот эти вот модус-диктумные. Ваши терминологии клаузы. Называйте, да? Сентенциальными. Короче, да, такие сентенциальные аккаунты, типа голов перцепции, да, вижу, что что-то там происходит. А, да, при активной диатеге, скажем так, да, действительно несут на себе всегда согласование, но в пассиве, в третьем лице, там нет личного согласования никакого, в отличие от активного, а там остается только числовое согласование. Как ваша теория справлялась с этим? Приведите пример. Мне кажется, что там все равно лицо и число сохраняется, оно же всегда там в этом поддержанном. Ну, приведите пример, потому что я что-то таких примеров не знаю, навскидку не могу придумать. Мне кажется, что там, где есть посессивная форма, то посессивная форма всегда содержит указание. Может быть, там третий, как бы третий вот это вот дамми, типа, ну вот такой, как это называется, это дефолтное третье лицо. Нет, в смысле дефолтное, такое грамматическое третье лицо, которое не обозначает конкретного деятеля, а обозначает соотнесенность ситуации в целом. Давайте я сочиню хантыйские примеры, которые людей должны сочинять. Вот я, например, не рискую сочинять хантыйские примеры. Допустим, да. Ма, да, сначала активную составлю. Ма, петер, пасен, сэнгтай, вёхе. Я знаю, что да, вот Вася... Вася побил Петю, да. И если мы сделаем пассив зависимую паузу, то будет что-то вроде ма, там, Вася, Петя, Ерган, Сэнктун, Гохи. Ну, я сейчас
как не носитель языка, да, я не смогу принять вот вашу эту конструкцию. Я бы там ожидала как раз третье лицо, а не я там. Ну, давайте это обсудим. У нас довольно много данных. Давайте это обсудим, посмотрим. Может, просто я как-то сейчас не могу понять, как там это устроено. Но мне кажется, что там должно быть согласование либо по третьему лицу, которое относится ко всей этой... Вот, либо это первое лицо относится к «я». Вы же сделали там первое лицо, да? Нет, это причастие прошедшего времени. А, делали причастие, которое без показателя. Ну, еще лучше, да. Угу. Потому что отсутствие этого показателя как раз и говорит о грамматическом как бы субъекте. Или просто, может быть, здесь какое-то значение результативности, какие-то дополнительные оттенки там эвиденциальные, может быть, появляются. Сейчас, на таких оттенках... Но это же не пассив. Я-то думала, что вы скажете пассив с суффиксом «ай». Не бывает пассивных эффектов. Да, но это не пассив, это тогда... Пассивная диатеза, я говорю. А, пассивная диатеза. Угу. Ну, тогда там какая-то эвиденциальная форма. Надо посмотреть, с чем она там согласуется. Ну, ни с чем. Ни с чем? Там, значит, она грамматически согласуется условно с отсутствием согласования. Спасибо. Хорошо. Мы, к сожалению, вынуждены закругляться, чтобы люди немножечко успели поесть и отдохнуть. Спасибо большое еще раз, Наталья Борисовна. Спасибо. Обсуждать любые вопросы, которые у вас возникнут, пока вы собираетесь, я хочу запустить вот этот ролик, где Майя Ивановна рассказывает про экспедиции. Ну, в случае, конечно, общение, работа,